сети опубликовали видеозапись допросов несовершеннолетних диверсантов, которых задержали в так называемой Донецкой Народной Республике. Подростки рассказали о том, как вместе со своими единомышленниками в начале этого года взорвали поезд с углем в городе Ясноватое и о других случаях. Видео допросов детей разместили в интернете так называемое Министерство госбезопасности ДНР. В конце каждого допроса дети плачут и просят прощения. Напомню, вчера боевики заявили о разоблачении ДРГ из подростков. Задержали 7 парней, самому старшему из которых 18 лет. Подростков обвиняют в подрыве военной и гражданской техники боевиков. Подозревают, что группа диверсантов, так называемой ДНР, действовала на протяжении года. Какое наказание грозит подросткам, боевики не уточняют. Служба безопасности Украины сразу же опровергла информацию о вербовке несовершеннолетних. В СБУ также отметили, что патриотично настроенные дети все чаще становятся целью атак незаконных формирований. Я прошу у своей мамы прощения, у своей семьи прощения. Пожалуйста, простите меня за все это, за то, что я вас не слушался, за то, что я вам ничего не рассказал. Но я за вас сильно переживал. Просто не хотел, чтобы с вами что-то случилось. Я каюсь, я больше такого никогда не сделаю. Извините меня все, пожалуйста. Правда. Извините, дорогой Иисус, извини меня.